Здесь и сейчас день понедельника на РНТВ Саяны. Сегодня днем в дорожно-транспортном происшествии под Минусинском на личном автомобиле разбился глава Абакана Николай Булакин. ДТП произошло около 3 часов на 433-м километре федеральной трассы Р-257. Николай Булакин ехал на своем личном автомобиле Ford. В какой-то момент он, вероятно, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Удар был такой силы, что на несколько метров отбросило даже автомобильный двигатель. Первыми на место происшествия прибыли минусинские автоинспекторы. В результате ДТП водитель транспортного средства погиб. В автомобиле водитель находился один. С сотрудниками полиции предварительно установлена личность. Это мэр города Абакана. Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия еще предстоит разобраться. Помимо автоинспекторов, на месте ДТП также работали сотрудники правоохранительных органов. Николаю Булакину было 66 лет. В должности главы Абакана он проработал 24 года.